Учителя, воспитатели городов и районов Карачаева-Черкесии, студенты педагогического колледжа и учащиеся психолого-педагогических классов, почетные гости, также приняли участие во всероссийской акции «Педагогический диктант», приуроченного к 200-летию со дня рождения великого российского педагога Константина Дмитриевича Ушинского. Участники прослушали отрывки из его произведений и, используя свой профессиональный опыт, размышляли над поставленными вопросами и искали самостоятельное решение поставленных задач. На поиск оформления ответа всех трех заданий давалось 150 минут. На территории 12 муниципальных образований Карачаева-Черкесии функционировали 15 офлайн-площадок. Все с удовольствием приняли участие в педагогическом диктанте, основная цель которого – популяризация идей отечественной педагогики в контексте практической деятельности современного педагога. Оценивать работы будет экспертная комиссия. Сегодня мы приняли участие в всероссийской акции «Педагогический диктант». Сегодняшнее мероприятие посвящено 200-летию со дня рождения нашего педагога Ушинского. И, конечно же, те вопросы, которые поднимает он в своих трудах, они актуальны были во все времена и остаются актуальными сегодня. Поэтому мы с удовольствием принимаем участие в этой акции и еще раз убеждаемся, что дело наших педагогов великих, оно до сих пор помогает нам в будущем, в нашей работе и всем нашим будущим поколениям учителей. В своей работе Константин Дмитриевич Ушинский пишет о необходимости совмещать физический и интеллектуальный труд. В современной школе трудовому воспитанию уделяется мало внимания, что отрицательно влияет на воспитание школьников. Сегодня школа уже ставит задачи трудового воспитания, то есть возобновляются дежурства по классам, генеральные уборки, субботники, которые помогут решить задачи трудового воспитания. Мы полностью согласны с тем, что труд дисциплинирует человека, делает его более собранным, ответственным. Находясь на заслуженном отдыхе, я решила принять участие в этой акции и повести за собой молодых специалистов, чтобы они никогда не оставались в стороне, шли в ногу со временем. В чем для вас смысл подобных акций? Подобные акции – это повод вспомнить о том, что педагогическое наследие таких великих педагогов, как Константина Дмитриевича Ушинского, Антона Семеновича Макаренко и других великих отечественных педагогов – это тот золотой запас идей, подходов и практик, который продолжает определять вектор развития современного образования.